Last time we started speaking, first of all, about a little bit, we started speaking about new words, as well as about passion. So we were speaking about the general questions, as well as we were speaking about impersonal pronouns. Итак, на прошлом уроке мы говорили, построили общие вопросы с глаголом to be и добавили в эти вопросы всяческие безличные местоимения. Все наши nobody, somebody, ну и не затронули вопросов два самых простых местоимения, not everybody, everybody, но с этим мы сейчас с вами быстренько справимся. Example. Итак, несколько предложений, они у нас пойдут в примеры. Как вы скажете трудолюбивые слова? Hardworking. Только не рычите. Hardworking. Я вам покажу еще одно слово. Может быть, оно вам больше понравится. Это industrious. Industrious. Типа индустриальные. Hardworking industrious. Окей? Это и то, и то. Это трудолюбивые. Совершенно правильно. И то, и другое слово мы воспринимаем как трудолюбивые. Итак, кто-то трудолюбивый. Кто-то somebody industrial или somebody hardworking. Только мы потеряли что в предложении? Is. Somebody is industrious or somebody is hardworking. Окей? Okay? Да. Ну, I don't want to print another variant. Я второй вариант не буду печатать. Вопрос зададим. Кто-то трудолюбивый? Is somebody industrial? А вот тут ошибка, потому что в нашей схемке было вот такое правило, что в вопросах мы говорим про вопросы, да? Да? Any. Про вопросы. Сам надо поменять на any, совершенно правильно. Поэтому вопрос будет выглядеть так. Is anybody industrious? Is anybody industrious? Окей? Okay? Is anybody industrious? Следующее слово вспомним. Надежный. Надежный, reliable. Абсолютно правильно. Надежный, reliable. Зададим вопрос, построим утверждение. Никто не надежный. Nobody. No, nobody. Так. Is in the, reliable. Отлично. Nobody is reliable. Вспомнили принцип в одном предложении, одно отрицание. Nobody is reliable. И давайте это предложение построим в вопросительной форме. Никто не надежный. Is anybody reliable? Можно так сказать, но все-таки в слове not у нас, в слове никто у нас присутствует отрицание. А в вашем предложении отрицания никакого нет. Мы его должны сохранить каким-то образом выразить. Лучше сказать isn't anybody. Isn't anybody reliable, окей? Okay? Вспоминаем правило, что... Два правила вспомним. В английском предложении, в одном предложении одно отрицание. Это первое правило. И второе правило заключалось в том, что в вопросах, в общих вопросах, да и в любых вопросах в английском языке, отрицание бывает только краткое. Отрицание бывает только краткое. Поэтому мы наше nobody превратили в положительное слово anybody, частичку not от него отправили к...
глагольчику, получили форму isn. Окей, отлично, прекрасно. Now I would like to open you a crib. Открываю шпаргалку с словами нашими. Вы в них будете смотреть и выстраивать наше предложение. По аналогичному принципу утверждение, отрицание. Итак, фраза такая. Кто-то был толстым. Somebody is fat. Только был толстым. Прошедшее время. Был толстым. Somebody was fat. Абсолютно правильно. Somebody was fat. Зададим вопрос. Кто-то был толстым? Кто-то был толстым? Anybody fat? Абсолютно правильно. Was anybody fat? Anybody? Никто не будет хрупким. Nobody is fragile. Не будет. В будущем времени надо сказать. Nobody will be fragile. Отлично. Nobody will be fragile. Зададим вопрос. Никто не будет хрупким? Precious and fragile things. Так, а я не помню, там will как меняется. А как у нас will меняется в отрицании? Давайте посмотрим внимательно. И без меня. Найдем. Молодец. Want. Want. Никто не будет хрупким. Want. Want anybody fragile. А что потеряли? Красным цветом было в схеме. Be. Want anybody be fragile. И вообще наша как бы итоговая таблица выглядела вот таким образом. Только тут позорная ошибка, которую я в PDF-документе не могу убрать. Want через all пишется, да? Want anybody be fragile. Want anybody be fragile. Еще несколько предложений. Кто-то здесь гостеприимный. Кто-то здесь гостеприимный. Somebody. Somebody. Now в конце или here? Здесь это here. И когда мы говорили с вами про соединение somebody, nobody, everybody, то мы говорили на самом деле про два места этого местоимения. Мы говорили, что это такое, ну, неписанное правило. Я сейчас напомню вам. Вы быстренько все вспомните сами. Вот такая у нас была история, да, что here, there могут быть вот в этой позиции. То есть тут может быть так, а может быть и в обычном месте. И в конце. Да. Итак, фраза была такая, кто-то здесь гостеприимный. Somebody here is hospitable. Отлично. Somebody here is hospital. И зададим вопрос. Кто-то здесь гостеприимный? На вопросы наше правило уже не распространяется. Кто-то здесь гостеприимный? То есть мы выстраиваем все четко по всем обычным правилам. Is anybody hospitable here? Is anybody hospitable here? Отлично.